بعض الناس هدانا الله إياه يضع أشياء على البيوت، على الأولاد، على السيارات. Некоторые люди, пусть Аллах наставит нас, и их ставят какие-то вещи на дома или на своих детей вешают что-то или на машины. نعم. يضع مثلاً رأس حيوان. Устанавливают, например, у своих домов голову каких-то животных. رأس أسد مثلاً. Например, льва. أو حوت سمك. Или, например, рыбу. أو يضع كف. Или кладет изображение кисти человека. أو عين. Или глаз. أو بعض الأشياء تأخذ من البحر. Или какие-то вещи, которые берутся из моря. أو بعض الأعضاء من الحيوانات. Или какие-то части тела от животных. أو القطعة من الحديد هذا اللي تكون في رجل الفرس في رجل الخيل. Да, или подкову, например. أو يضع بعض الأشياء. Или какие-то другие вещи устанавливают. بعض الخرق القديمة. Например, какие-то старые тряпки вешают. أو يكتب بعض الكتابات. Или что-то пишут. يكتب مثلاً الحسد لا يصلح لا ينفع لا يؤثر مثلاً. Например, пишут зависть, она не принесет вреда или что-то такого рода. نقول لهذا صاحب المنزل أو صاحب السيارة لماذا تصنع هذا الشيء؟ Мы говорим человеку, который делает это, зачем ты делаешь это? يقول لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا لدفع العين. Он говорит, потому что Всевышний Аллах сделал эти вещи причиной для отведения с глаза. نقول هذا شرك أصغر. Мы говорим, это малый ширк, малое многобожие. وإذا قال أن هذه الأشياء هي التي تدفع الجن وتدفع العين نقول هذا شرك أكبر. Если же он еще считает, что эти вещи сами по себе вот так вот отводят с глаз или защищают от джинов сами по себе, то это уже становится вообще большим многобожием ширкуль акбар. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه دواب ولديه دار ولديه أولاد. У пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были верховые животные, у него были дети, у него был дом. لم يصنع شيئا من هذا. Но ничего из этих вещей не делал. من الذي يحفظنا؟ Что нас защищает? Кто нас защищает? أولادنا وأموالنا. Кто защищает наших детей, защищает наше имущество? الله سبحانه وتعالى. Только Всевышний Аллах. هل معنى هذا أننا لا نأخذ بالأسباب؟ Означает ли это, что мы не учитываем причины? نأخذ بالأسباب لكن الأسباب إما أن تكون أسباب شرعية كالرقية لدي ألم في بطني أقرأ الفاتحة. Да, мы предпринимаем какие-то меры, то есть используем какие-то причины, например, это шариатские причины, религиозные причины. Если, например, болит у меня живот, я читаю рук, я читаю суру Фатиха. نعم. أو سبب حسي محسوس أخذ عسل مثلاً. Или использую какие-то физические причины, предпринимаю физические меры, например, потребляю мед. وأشرب العسل. Да и пью этот мед. سبب وأعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيد الشفاء. Да, это правильная причина, но при этом я имею убеждение, что исцеление только в руках Аллаха. لكن لا يمكن أن أضع العسل مثلا هنا أو هنا على رأسي وقل يذهب عني المرض. Но не может быть так, что я, например, поставлю мед, намажу мед себе на голову или на плечо и скажу, вот через это удаляется болезнь. إذا لابد أن نحذر من وضع هذه الأشياء على البيوت، على الأولاد، على السيارات والله أعلم. Таким образом, мы должны обязательно остерегаться того, чтобы вот эти вещи упомянутые, помещать их или вешать их на дома, или машины, или на детей. Нет.